Хочу сказать, что Кубок Азии для нас очень многое дал. Это, во-первых, то, что болельщики за нас так болели и переживали, и вся страна так болела. Но мы сами не ожидали. Выходя на поле уже, мы очень это ощутили, что болельщиков очень много. И это нам придало уверенность на поле. Ну, я с ними как не играл, да. Сейчас все продвигается, и футбол, и сборные. Поэтому ничего не могу сказать о соперниках, только могу сказать то, что мы будем играть только на победу. Мы выступаем от лица Кыргызстана. Мы будем защищать Кыргызстан и флаг Кыргызстана. Поэтому мы очень ждем болельщиков 3 апреля в 8 часов вечера на стадионе «Спартак».